Глава 4. По следу крови. О, господи, еще одна территория, о которой я ничего не знаю. Еще один. Одна коробка со спичками. Таймли? Что такое таймли? Вовремя положенное? Вовремя найденное? Так, что-то здесь как-то много спичек, значит, здесь не будет вообще света, я так полагаю. Так, давай починим уже что-нибудь. Давай мы уже починим с тобой что-нибудь. Что? О чем он вообще говорит? На чердаке ни один из переключателей не работал. Ночь была здесь просто... Как это называть-то? Стоял во главе стола. Мне нужно было убрать ее, но где я смог найти свет? Это саундтрек, спасибо. I love you, Селина. Ага. Свечка. Не знаю зачем, потому что меня только что сохранили. Автоматом. Ну ладно. Серьезно, это такой маленький чердак? О, дождик пошел. Нормально. Переключатель ничего не сделает без электричества. Ну, охерительно, вон чувиха стоит. Одна из туфлей Селены. Или она принадлежала другой жертве? Я не понимаю, где я нахожусь сейчас. Понятно, спасибо, учитель. Это что я могу сказать? Ну чё она встала посередине комнаты, как коза, а? Нихера не видно. What the fuck? Что? Где? Там она где-то далеко была? What? What? Короче, все понятно, ничего не понятно. Блин, ну вот. Чего они превратили игру в «Найди правильный путь»? Я вот этого не понимаю. Как-то она вот была же лучше в начале. Теперь постоянно эти сраные призраки. Без диска, без пластинки граммофон не будет работать. Фак. Тут и херня. Да как ты не можешь убрать стул одной рукой? Ну почему? О боже мой. О боже мой. Отстань! Отстаньте!
О май гад! О боже мой, посмотрите на это! Посмотрите на это! Куда мне идти? Вон, я вижу переключатель, куда мне надо идти, вон он. Охереть! Просто, не, серьезно, вот это уже бред какой-то собачий. Там не видно никуда, куда идти можно, куда нет. Они просто черные на черном. Попробую увидеть черные на черном. Так, сначала включить свет, потом делать все остальное. Она двигаться началась. What? Она раньше не двигалась. Что? Почему на ней шляпа? А теперь здесь никого. О май гад. Иди в жопень. А что я... А что я сделаю, если она там стоит? Вот... Что? Я не понимаю. И что это? Короче, игра превратилась в бред. Так, где? Где враг? Вот здесь она, да? Там их две было! Да вы что, издеваетесь? Слушайте, это чушь. Просто вот, мне вот сейчас хочется просто взять и забить на это. Я не вижу врагов. Просто не вижу врагов. Я не могу за себя никак постоять, когда я их увижу. Я не могу их отогнать от себя. Зачем так делать? Просто зачем? Ну правда. Если вы делаете столько врагов, хоть дайте за себя постоять или как-нибудь отогнать их. Нельзя так делать. Просто вот, чтобы вот... Ну нельзя. Потому что это неинтересно. Абсолютно. Окей, чувиха вылезла. В лучших традициях японских хоррор. Вот что я здесь увижу? Сюда пойти. Все, спичка потушилась, до свидания. Окей. Это тупо. Абсолютно тупо. Здесь мой скилл ни на что не влияет. Просто как поведет себя искусственный интеллект, так он и поведет себя. Смогу я до туда дойти, не смогу. Знаю я, где он находится или не знаю. Все. Это полный рандом. Теперь. Нахера столько врагов, непонятно. Может, здесь можно пройти? А, стоять, может быть, можно их отогнать? При помощи музыки. Фак! Фак! Как же вас много, а? Я приблизился ближе к Селене, чтобы все это не значило, а время было с чего-то эссенцией. Мы были не одни. Я чувствовал, как темные женщины входят в мой разум. Пока она шла вперед, я терял надежду, что я выберусь отсюда живым. Mm-hmm.
Что мне делать-то? Окей, ждать просто надо было. Ладно. Нам бы просто найти диск, окей. Может быть, даже не тупо было, нормально. Вполне. Но то, что здесь много врагов, это, конечно, зашибись. А, где ты? Ну, зато они здесь это понимают, заставляют таким образом понять то, что она единственная твоя надежда. Ладно, ладно, беру свои слова назад, надо было разобраться, потому что мне надо к переключателю дойти. Ты села на нее! Развила своей жирной жопкой! Охереть. Чего сейчас? Бомбануло у меня немножко. Сори. О, фак. Тут где-то был переключатель. Тут нет нигде сохранения случаем. Вроде все, вроде. Вроде здесь нету. А, нет, его-во! Чё ты затупил-то, вот. Отлично. Теперь музыка немножко криповато себя ведет. Не надо! Не, пожалуйста! Чё ты делаешь со мной? Ты-то тут при чем? А вдруг она еще лицензирована будет, вообще классно. Так, это я вроде взял. Не знаю, зачем я все это беру и не читаю. Просто для того, чтобы оно было, наверное, да? Ну, вдруг вы успеваете что-то прочитать. Воу! Чувиха висит. Нормально. Повесилась тут. Это, видимо, место со всеми жертвами. Где все жертвы были. Ну, когда есть лучик света, по крайней мере, можно выжить. Окей. Что-то там из Египта. Так, я нихера не вижу. Спасибо. По-моему, здесь больше ничего нету. А здесь это разве не подсвечники? Ну, тут еще лампочка есть, кстати, над залой. Или над чердаком, на чердаке. Главная лампочка. Или я не знаю, как это назвать. Угу. А, это она есть? Нифига себе, здесь какая перспектива-то стрёмная. А непонятно, смотрите, эта лампочка где висит. Я не совсем, не сразу понял даже, где она. Пойду-ка эти спички заберу. Тем более сюда можно было пройти. Это еще куда идет дверь? Ладушки. Хера, это чё? А это чё? Обладатель этого поместья был коллекционером музыки, видимо. Что за человек будет смотреть на
кладбище, чем на звезды. Точнее, предпочитает больше смотреть на кладбище, чем на звезды. Белый диск. Чего? А, надо. Над бесконечностью. Его свет проходит сквозь тени. Глаз. Яйцо. Круг. Что? Тут книжка была только что. Не показалось? Эта фотография была снята в той же самой комнате, где я стоял. Ага, это что-то, видимо, часть пазла какого-то, да? Selena's calls for help were scattered all over the mansion. Зовы Селены на помощь, она повсюду была в этом поместье. Она следовала цели. Это часть ее жизни, которая проигрывалась прямо передо мной. А что обо мне? Потратил столько времени во тьме. Я терял свой свет. Но, к счастью, у меня была звезда, которая вела меня. Я, кстати, не увидел, что было на других. Так, это первый этаж. Ага, мне нужно идти в подвал. И там будет тело, что? Это был нижний этаж, первый этаж. Отметки были рядом с лестницей. Вели в подвал. Эта дверь, она куда-то вела. Я не знал этой комнаты, но... Пахло кровью, что? Нет, это не пазл, просто мне сказали, куда идти. Я думал, что я узнал статуэтку Осириса, которая была временем, что-то там износилась в течение времени. Эти символы, кажется, были защищены... защищали что? Скайлайт? Небо, что ли, или что? Которое было заблокировано даже с другой стороны. Скайлайт. Эта египтянская статуэтка принадлежала музею. Я здесь ничего не забыл, нет? По-моему, нет. Не, подождите, как я туда зайду, если там у меня нет ключа? Мне ключ нужен? Как минимум. Так, и вот здесь надо комнатку обыскать. Не, надо еще вот эту дверь открыть. Шо це таке? Вау. Здесь прям все-все-все освещено. Прям любой священник сейчас охерел. Он такой, да ладно, чушь, еретики. Да что, без православной церкви, да вы охерели, да. Так, это куда ведет? А, это еще выше, что ли, ведет лестница? Дорога, лестница, в смысле? I love you, Selena. А, может сохраниться даже. Вау. Окей. А что здесь дверь была открыта? Раньше она была закрыта. Чё вы мне все врете, а? Вот врут и врут. Врут и врут постоянно. Открытая она была, открытая. О, это 1938. Сейчас бы эти тени просто взяли и обосрались бы. С нашими... Да нет, на самом деле, тогда с электропроводкой, наверное, было лучше, чем сейчас. А, нет. Так, нет, я что-то не понял, где я вообще сейчас.
Fuck you, bro. Стрелки часов были заблокированы. Как долго я был здесь? Так, здесь нет нигде переключателя там или еще что? Есть вообще-то? Ну охерительно, и как мне включить здесь свет? Что? Она что, идет ко мне в уголок? А, свет-то здесь можно включить прямо на входе. Фак. Тем не менее, она не испарилась. Ну ладно. Я так не понял, там что, сиськи нарисованы, что ли? А, мать больше не видит почти в темноте. Раньше одна из теней матери прыгнула рядом со мной, когда я был проходил рядышком... проходил мимо угла комнат. Она протянула ее руку ко мне и схватила меня. Я держал свечку и был поражен, не знаю, страхом. И я отпустил ее, пламя вырвалось, и когда я... задулось, и когда я ступил назад, я увидел, что эта тварь замерла. Она ушла в темноту, и я... Обратно в темноту, а я ушел куда-то. Я буду помнить это, конечно же. Чтобы уйти от призраков, мне нужно... смешаться с ночью. Если я смешаюсь с этим черным бла-бла-бла тьмой, я стану одним из них. Ага! То есть мне можно просто задуть, то есть убрать спичку и типа они меня не будут видеть? Ладно. Уже хорошо. Уже спасибо за подсказку. Хорошо, что прочитал. Да, там сисюны, фу. Ил. Что это за искусство? What? Она может проходить сквозь... Ладно. Я не думал, что она может проходить сквозь... предметы. Вот сейчас я ее убрал. Ладно. Нежданчик. То есть можно ее убрать. Это все рандомно, в общем. Если она там стоит, то я ее убираю. Если нет, то нет. А из-за того, что она за мной гналась, она, видимо, не успела туда отойти, поэтому я ее не убил. Зачем это все с вырезанными... С вырезанными... Как это как назвать-то, блин? Лицами! А, все верно. С вырезанными лицами и так далее. Ну, нахера это нужно? Это типа не клише? Ну серьезно. Ну, парни, ну... Вы могли что-нибудь другое придумать? Вот, например... Херни с клювом со слишком истичками. Эта картина закрывала окно так же, как и свет. Ага. То есть это часть пазла. Так, и что здесь? Так, а что это нужно увидеть? Ничто больше не закрывало окно. А, скайлайт — это окно в крыше, наверное. На крыше.
Но знаете, есть люди, которые медленно проходят игры, да, и у них могут спички заканчиваться. И вот им вообще будет хреново. Хотя здесь спичек просто миллион, я не знаю, как они могут закончиться. Так, и чё там? Чё там, чё там? Какая-то подсказка должна быть. Ладно. Нихера не понял. Эта картина напомнила мне что-то там символы. А, насчет этого. Это окно и его символы. What? И что мне надо делать? Может здесь где-нибудь есть выключатель? По-моему, здесь можно даже без спички ходить. What? Здесь нету часов. Нет, здесь нельзя ходить без спички. Оно все стоит не так. Хоть и этот пол, хоть этот деревянный пол слишком, так и деревянный пол слишком шумный, то здесь есть что-то, что спрятать. Ага. Ключ говорит, что? Подвал. Пришло время спуститься в подземелье. Так, забираем последние спички тогда. И валим! Валим отсюда нахер! Пришло время спуститься в подземный мир, мать твою. За ногу. Так, где последний... Во-во-во. Фига себе. Чувак, а ты уверен, что ты не призрак? Нет? Seeing Selena flee strengthened my belief something darker was closing in. Когда я видел то, что Селена убегает, я понял то, что что-то более темное идет ко мне. I had to be quick. Как будто что-то приближалось ко мне более темное, бла-бла-бла. Мне нужно было найти ее как можно быстрее. Окей. Он боялся что-то там потерять и так далее. На, насрать. Все поняли. Где тут у спички были? О, fuck you, bitch! Мне надо сохраниться, подожди. Посижу. Не, ну там что-то наверху есть еще. О, фак. Селена fled men. Селена бегала. Что там как Black Lake Wolf had fled his mother.
Что-то там, как и Уильям, так называемый Black Wolf Moon. Флэт, что? Настоящий волк был в крови. Это была ночь мира. Она потонула глубоко в плоти Америки. И все это было... Poisoned. Poisoned, яд. Отравлено давным-давно. Как-то так забить. А, это путь вниз, потому что это путь вверх. Где я? Holy shit. Nope, fuck you. Нет, спасибо. Ладно, я сниму трубку. Я не знал, что делать с... со спичкой. Ладно, я не ответил на звонок, простите. Флэт, что такое флэт? Фак. Не помню флэт. Надо посмотреть, а то смысла не пойму. Флэт — это бежать. Убегать. Поэтому убегал, как и... Так, давайте прочитаем это, что такое. Уильям, мой сын. Та-ла-ла. Не доверяй своей матери, слушай ее. Но никогда не доверяй ей. День, когда тебе стало 20, ты станешь главой, что-то там, бла-бла-бла, Весперов. Фабрики Весперов. Хоть ты и молодой. Ты будешь свободнее от нее. Мне нужно поспать. Если ты сомневаешься, поиграй на пианино. Я тебя услышу. Всегда слушай Джека Уинтерстоуна. Я не знаю, нахера столько текста. Объясните историю нормально, а не через текст. Вот, вот просто вот неохота мне читать. Вот не, ну знаете, я люблю почитать текстики, конечно, но вот иногда просто неохота. Вот как сейчас, допустим. А, стойте, так это... Я понял, где я нахожусь. Фак. Надо идти по следу крови, все понятно. А, так это вниз надо идти, в подвал. А, fuck you. О май гад, да ты серьезно, что ли? Что ты здесь делаешь? Suck my balls! Братуха! Срать тебе в ухо! То есть два пути вниз было. Или я там уже проходил? А, стойте, все, я понял, немножко заблудился. Все, 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 я понял, где я. Дайте угадаю, естественно, здесь свет не работает, да? Woo! Fuck you. Почему-то два раза надо было нажать. Так. Попробую еще сюда сходить, включить. Так, все понятно, там херня какая-то. Ладно, мне сюда надо. I could smell from here the scent of madness which emanated. Я мог унюхать отсюда убийство, безумие, которое было шло снизу. История Селены была следом, который при помощи которого я должен был выдать этой ночи, которая была уничтожена темнотой. Я должен был признаться. Я боялся, что я мог найти в конце этого пути. Конец главы 4.